Всем привет! Рассмотрим, как можно решить проблему кулера-депкула, у которого практически не вращается вентилятор. Прежде снимаю с него низкопрофильный радиатор. Затем с фронтальной стороны поддев наклейку и аккуратно ее слегка отогнув, посмотрим, есть ли что под ней. Здесь в области центра наблюдается рельефная часть в виде окружности, напоминающая форму запаянного колпачка. В качестве примера на данном кулере Intel, конечно, не могу сказать про все, под логотипом располагается открытая часть, позволяющая залить небольшой количество смазки. Конечно, для решения такой проблемы основание вентилятора для обслуживания можно аккуратно отделить от крыльчатки. Только вот в таком случае есть вероятность повредить основание, где крепится ось, в результате чего спустя некоторое время такой вентилятор выйдет из строя. Исходя из данных соображений, высверлю небольшое отверстие по центру. После чего через него можно наблюдать кончик вала, который с помощью шприца постепенно заливая силиконовым маслом, немного оттягивает себя нижнюю часть лопастями. Таким образом, выполнив указанные действия несколько раз, можем видеть, что вентилятор стал вращаться. Теперь удаляю с поверхности остатки пластика и масла. Так как наклейка не встает обратно, с помощью клея ее можно зафиксировать. В завершении собираю воедино радиатор с вентилятором. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.